В ночь с 15 на 16 апреля в храмах Северского района прошли пасхальные богослужения. Глава района Андрей Дорошевский разделил радость от воскресения Христа с прихожанами Ильского Свято-Никольского храма, одного из старейших на Кубани. Вторую часть богослужения руководитель муниципалитета провел в церкви святителя Спиридона Тримифунского, станицы Сиверской. Во время самой радостной службы в году под сводами храмов прозвучали долгожданные и радостные для любого православного человека слова. Люди прошли крестным ходом по территории храма. Каждый год на Пасху сюда стекаются вереницы верующих. В эту ночь, завершающую строгий пост, начинается Новый год. Не тот, что стартует под звон курантов, а богослужебный, под звон пасхальных колоколов, прославляющих воскресшего из мертвых и дающего надежду.